Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. В этом уроке мы оформим наш YouTube-канал. Перешли на страничку нашего канала, выбрали мой канал, нажимаем на кнопку «Настроить вид канала» и видим неоформленный наш пока серый канал. Мы оформим красивую шапку для канала, загрузим вашу аватарку, сделаем описание вашего канала, разместим ссылки на ваши социальные сети, создадим плейлисты и сделаем стартовое видео. Будет вот такой вот достаточно длинный ролик. Я буду его показывать на двух каналах. Пожалуйста, используйте режим паузы для того, чтобы выполнять то, о чем я говорю. Начнем с аватарки. Но я забыл, что мой тестовый профиль в этом тренинге называется не Игорь Черноусов, а Игорь Вивастаров. Поэтому я сейчас изменю вначале имя своего канала. Это тоже можно делать, но этим не стоит злоупотреблять. Итак, как поменять имя моего канала? Нажимаю в правом верхнем уголке, нажимаю на шестереночку и щелкаю «Изменить в Google». Здесь у меня написано «Игорь Черноусов». Я пишу «Игорь Вивастаров». Нажимаю кнопочку ОК. Нажимаю «Изменить имя». Имя изменилось. Возвращаюсь на YouTube. Открываю снова мой канал. Можно сделать для него закладочку для удобства. Нажимаю на звездочку, если вы работаете в браузере Mozilla, как я. И выбираю панель закладок. ОК. Вот у меня появилась ссылочка на мой YouTube канал. Название я его изменил. Меняем аватарку для вашего канала. Аватарка на YouTube-канале работает точно так же, как аватарка вашего профиля в социальной сети. Все ваши комментарии будут идти с такой аватаркой. Нажимаю на значок с изображением ручки. Подтверждаю, что хочу поменять. Щелкаю «Загрузить фото» и беру ту же самую фотографию, которую я использовал для оформления своего профиля. Кадрирую ее. Нажимаю на кнопку «Готово». Аватарка моя изменилась. Опять же возвращаюсь на свой YouTube канал. А сейчас, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Пауза» в плеере ролика и загрузите свою аватарку. Аватарка канала загружена. Занимаемся оформлением шапки. Шапка загружается почти аналогично аватарке. Наводим на шапку и щелкаем на значок ручки. Выбираем «Изменение оформления канала». Откуда вы можете загрузить свою? Есть несколько вариантов. Первый вариант – это самый простой – выбрать галерея и подобрать какую-то из стандартных шапок, которые предлагает вам YouTube. Это самый простой вариант. Вариант номер два – это загрузить фотографию. Вам требуется фотография большого размера. Размера 2500 на 1400 пикселов. Где можно найти эту фотографию? Самый простой способ – это вернуться поисковую систему Яндекс, в строке поиска написать «фон для YouTube канала», шапка, можете так уточнить, или даже сразу написать, видите, запрос «шапка канала» с указанием размера. Перейти на закладку «картинка», ну, например, какая стильная картинка со стеной. Щелкаем правой кнопочкой, сохраняем эту картинку себе на диск вашего компьютера, например, в папку «загрузки». Нажимаем на кнопочку «Выбрать файлы на компьютере», идем в эту папку, и вот моя стена. YouTube показывает, как наша шапка будет выглядеть на разных устройствах, на компьютере, на телефоне, на телевизоре. Если вас все устраивает, нажимайте на кнопочку «Выбрать». Нажатие на кнопочку «Кадрировать» позволит вам выбрать нужную часть вашей картинки. Но в моем случае это не имеет никакого смысла. Я нажимаю на кнопку «Выбрать». И вот сейчас загружается вот такая шапка моего YouTube канала. Конечно, шапка без каких-то надписей – это не очень красивый вариант. Шапка канала должна иметь четкое позиционирование, кто вы и что на вашем YouTube канале могут получить люди. Ну, могу привести пример шапки моего канала, которую я делал достаточно давно. Здесь позиционирование – кто я и что я даю на этом канале. Шапка делалась очень давно, но в принципе даже сейчас она смотрится достаточно актуально. Как такую шапку вы можете создать, если вы не являетесь дизайнером? В закрытой части нашего тренинг-центра я подробно рассказал о замечательном сервисе, который называется Canva. Сервис предназначен для того, чтобы создавать дизайны для социальных сетей. В том числе есть возможность создать дизайн и для YouTube, создавать значки для YouTube и создать шапку для YouTube.
Если вы не умеете пользоваться Canva, либо вообще не хотите заниматься какими-то дизайнерскими работами, вы можете эту шапку заказать. Лучше всего это сделать на сервисе Quark. Я размещу ссылку на этот сервис. Напишите в поиске Quark шапка для YouTube, и за 500 рублей вам сотворят просто невозможное. Сделают шикарную шапку для YouTube канала. Причем этот сервис позволит оплатить работу исполнителя только в том случае, если полностью будет выполнена ваша ТЗ. Вы можете посмотреть, какие шапки делает этот исполнитель, вот посмотреть на его работы, полистать. И если вас эти шапки впечатлят, заказывайте, либо ищите другого исполнителя. Вот такие шапки делает этот исполнитель. А сейчас ставим видео на паузу, загружаем шапку для своего YouTube канала. Вот такая обложечка, сделанная в Canva. Единственное, что она не очень хорошо бьется с моей аватаркой. То есть нет совпадения цветов. Вот здесь бы было бы очень неплохо, чтобы аватарка была на белом фоне, либо вообще без фона. Пожалуйста, за этим следите. И если по каким-то причинам ваша обложка не загружается, обращайте внимание на те сообщения, которые выдает вам YouTube. Данную обложку я сделал в Canva, потратил на это буквально несколько минут. Следующий шаг. Мы переходим к разделу о канале. Выбираем раздел о канале и нажимаем на кнопочку «Описание канала». Вот здесь необходимо написать, о чем ваш канал, какие ролики вы будете на этом канале располагать. Что здесь писать? Вообще-то это не просто текст, и вы его пишете даже не столько для себя, а сколько для людей, которые будут заходить на ваш канал, и в первую очередь для роботов YouTube, для того, чтобы ваш канал индексировался. Чтобы ваш канал появлялся в поисковой выдаче того же самого YouTube по нужным вам ключевым словам. О подборе ключевых слов, что это такое, где мы их будем искать, более подробно поговорим в закрытой части нашего тренинг-центра. Сейчас могу сказать следующее. Вы должны в качестве своих ключевых слов использовать название вашего канала, в моем случае Игорь Вивостаров. Это должно появляться вот здесь. И, конечно, название вашей ниши, в которой вы планируете продвигаться. Очень неплохо, если вы возьмете информацию со своего продающего поста. Можете взять ее немножко, обработать и разместить ее в качестве описания вашего канала для того, чтобы выдерживалось то, о чем я уже говорил. Продвижение вас как специалиста – это ваш фирменный стиль. Я не буду сейчас пока тут ничего менять, но описание канала должно быть. Нажимаю на кнопочку «Готово». Далее. Для того, чтобы люди могли с вами связаться, можете оставить свою электронную почту при условии, если ваша почта не является мусоркой, которую вы вообще не разбираете. Жмем на электронную почту, поле, вводим адрес своей электронной почты. Я введу свою dvd.vrn@mail.ru и нажму на кнопочку «Готово». Эту почту вы оставили для связи с вами. Выбираем страна проживания. Я выбираю Россия. А теперь ставим на паузу, оформляем описание вашего канала. Итак, описание канала сделали и сохранили. Всегда можно зайти на страничку о канале, нажать на ручку и изменить это описание. Когда вы определитесь с вашими ключевыми словами, пропишите их в настройки вашего канала. Это называется внутренняя оптимизация канала. В этом курсе я не буду пока об этом говорить. И найденные ключевые слова, подобранные ключевые слова, вы их внесите, пожалуйста, в описание канала. А теперь переходим к следующему шагу – размещение ссылок. Я хочу, чтобы в шапке моего канала, вот здесь в правом углу, отображались нужные мне ссылки. Нажимаю на ссылки, указываю, сколько я хочу размещать ссылок. В принципе, мне хватит 2 или 3 ссылок, больше не надо. Ссылка на мой сайт и на социальные сети, которыми я наиболее активно пользуюсь. Нажимаю на кнопку «Добавить», пишу название ссылки. Напишу «Тренинг-центр». В поле URL копирую ссылку на наш тренинг-центр. Вот эту ссылку на наш одностраничный сайт я беру и копирую. И целиком ее размещаю вот здесь, в строке URL. Нажимаю на кнопку «Добавить». Пример пишу «ВК» и размещаю ссылку на свой профиль ВКонтакте. Вот так. К
Какую еще ссылку я могу добавить? Если активно пользуетесь Facebook, Instagram, Одноклассниками, нажимайте на кнопочку «Добавить» и размещайте. Но в идеале разместите ссылку на свой сайт-визитку. Напишите вместо ВК «Моя визитка» и сделайте одну ссылку, которая заменит все ваши ссылки. Ссылку на сайт-визитку, инструменты, сайт-визитка. Нажимаем на «Копировать URL». Можете посмотреть на свою визитку. Вот так она у нас выглядит. И вот эту ссылку мы размещаем в наш YouTube-канал. Визитка. В этом случае ссылку на контакт можно не размещать. Нажмите на изображение корзиночки, и ссылка будет удалена. Все, вот разместил две ссылки. Одну тренинг-центр, наиболее важная для меня, и на сайт визитка. Нажимаю на кнопочку «Готово». Обратите внимание, как изменилась ваша шапка канала. Первая ссылка, ее название отображается полностью, вот все, что вы напишете. Все следующие ссылки, их название вы пишете больше для себя. YouTube будет отображать только значки, которые он берет по этим ссылкам. То есть возьмет значок контакта, возьмет значок Инстаграма и так далее, если вы размещаете ссылки на эти странички. В моем случае он просто взял ссылку на сервис Векроста. Вот такая вот галочка восклицательная. Итак, что мы с вами сделали? Мы загрузили аватарку, загрузили шапку и разместили ссылки для связи с вами. На этом оформление канала не закончено, поэтому ставим на паузу и выполняем все действия, которые я только что вам показал.